Основные итоги первого квартала текущего года показали сохранение лидирующих позиций и увеличение доли Тюменской области, включая автономные округа, до 77% от общего объема инвестиций в основной капитал Уральского федерального округа. В то же время происходит замедление темпов в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Безусловно, на фоне высокой базы предстоящих периодов, а также нахождение в активной фазе значительного количества инвестиционных проектов, ситуацию нельзя назвать критической. В этой связи просил бы вас продолжить работу по созданию преференций инвесторам, формированию комфортных условий для бизнеса как на стадии его проектирования, так и при выпуске готовой продукции. Анализ показал, что в январе-марте 2014 года наиболее привлекательной для инвесторов по отраслевому признаку остается добыча полезных ископаемых. Сохранили приоритетные позиции транспорт и связь, обрабатывающие производство. Высокая активность инвесторов отмечается в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Позитивным моментом, учитывая специфику региона и личное внимание губернатора к сельскому хозяйству, является натуральный прирост инвестиций в АПК Тюменской области. За 3 месяца текущего года объем капиталовложений увеличился на 20%. Уважаемые коллеги, в очередной раз обращаю ваше внимание, что поручением президента Российской Федерации от 31 января 2013 года ПР-144 главам регионов до декабря 2013 года рекомендовано внедрить стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанный агентством стратегических инициатив. На текущий день практически во всех субъектах Уральского федерального округа поручение реализовано. Исключение составляет только Тюменская область, где исполнено 14 положений стандарта из 15. Прошу вас, Владимир Владимирович, продолжить работу в этом направлении и завершить внедрение стандарта в оптимальные сроки. Несмотря на то, что исполнение поручения практически завершено, решением администрации президента Российской Федерации оставлена на контроле его реализация, и в 2014 году организована работа по повышению качества внедренных стандартов. Проводимая работа должна принести конкретный экономический эффект в повышении инвестиционной привлекательности вверенных вам территорий. Напомню, что в своем послании Федеральному собранию 12 декабря 2013 года президент Российской Федерации в очередной раз подчеркнул необходимость создания благоприятного инвестиционного климата в регионах.